Кто-то планирует освежить ремонт в квартире, кто-то замахнулся на постройку коттеджа, а если в ваших планах значится возведение новой баньки, советы нашего эксперта специально для вас. Традиционно на рынке отделочных материалов для бань, саун, парных, загородных домов представлены материалы из древесины сосны, ольхи, лиственницы. Не так широко представлено на рынке отделочных материалов это материалы из канадского кедра, материалы из алтайского кедра и африканского абаша. Сибирский кедр представлен как вагонкой, так и имитацией бруса. Хорошую баню невозможно представить без хорошего бассейна. При выборе материалов для его отделки тоже есть свои хитрости. Отделочные материалы для зон, скажем так, используемых возле бассейна. Это террасная доска или же палубная доска, как она называется в народе. Она представлена из материала лиственницы, что лиственницу отличает ее непревзойденные качества при соприкосновении с водой. А мы тем временем переходим к выбору печки. Электрическая это будет печь, дровяная или газовая, решать уже вам. Но необходимо учитывать именно технические характеристики вашей печи. Печи как с большим наполнением камней, также и печи с закрытой каменкой, что будет влиять на качество пара вашей парильной комнате. И, наконец, самое приятное – дизайн и обустройство будущей баньки. Важным элементом дизайна вашей сауны является дверь – стеклянная или деревянная. Дополнить целебные свойства вашего пара поможет принятие таких процедур, как фитобочка, купель или использование изделий из гималайской соли в интерьере вашей сауны. Ну а если вы хотите поистине удивить ваших гостей, то пригласите их принять японскую сауну Фурака, которую вы можете установить на вашем дворе под открытым небом. Как видите, новый строительный сезон обещает быть жарким. Пользуйтесь нашими рекомендациями, и они станут вашим персональным ориентиром в море новинок и свежих решений. Отделочные материалы и оборудование для бань и саун, дизайн-проекты, консультации. Торговый комплекс «Строитель», проезд Промысловый, 8/1, телефон 43-52-25. Если вы не нашли ответа на какой-то из своих вопросов, задавайте мне его в Инстаграме. А самые интересные сюжеты проекта ГТО можно найти и пересмотреть на сайте телекомпании «Регион». Позитивного вам настроя и удачной недели! До новых встреч в эфире!